А на сцену уже рвется 13-я рота. Громкими аплодисментами встречаем 13-ю роту. Я сейчас вам покажу, как надо. Видите, как на самом деле надо. I'm sexy and I know it. Строй! Это старший сержант Бунтовкин, позывной Белоснежка. После полевого в лес видит гномов. Это рядовой Фартыгин, позывной Шланг. Это рядовой Клова, позывной Пулемет. А почему пулемет? Ночью грохочет так, что все рот уснуть не может. А я прапор Пукич-Какич, и вместе мы 13-я рота. Рядовой Клавар объявляет номер, а сын это лево направо. Вот. Кстати, на армии нашел интернет. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Разрешаю. А что это вы делаете? Я прошел тест ВКонтакте, в прошлой жизни я был самураем. А может вы что-то перепутали, может вы были сумоистом? Представьте, случай на медкомиссии. Заходите. Высоты боишься? Да. Десант. Рядовые. Следующий. Плавать умеешь? Нет. Морфлот. Угу. Следующий. Высоты боишься? Нет. Плавать умеешь? Нет. А подтягиваться? Подтягиваюсь. И отжиматься? Нет. А имя нашей поварихи выдвинешь? А напомните, как ее зовут? Жубхульмархульма. Не гонит. Блин. Представьте, первый прыжок с парашютом. Итак, на сигнал прыгайте. Так, ты лучше пошел. Следующий, пошел. Да куда ты пошел? Прыгай. Да куда ты прыгаешь? Прыгай с парашютом. Я боюсь. Ты боишься? Можно мне первому? Да, пошел. Видишь, правда, десант, не испугался, прыгнул, бери с него пример. Знаешь, что ты хочешь? Сперва ты умный, потом говори. Пилот. Что пилот? Спрыгнул. У тебя, наверное, парашют тяжелый. Давай я тебе помогу. Нет. Представьте, пессимисты и оптимисты на войне. Ух ты, первое боевое ранение. А, первое боевое ранение. А, похоже, ему на кровь так и течет. Успокойся, ты об автомат поцарапался. А поездился так, как будто по вере хлестнуло. Как такой веселый в армию-то попал? Вроде не хотел служить, да я маму шоколадку обещал купить. А ты-то как попал? Да я в аптеку мимо военкомата шел, меня и закрепили. Ну все, пошли. Пойдем. Нет, я боюсь, все. Пойдем. Наши старые знакомые в ракетном центре. Вот вам, Шульмана, смотри, ракета. Смотри, как будто я ее держу. Чик-чик. Давай вот так вот, а вот теперь. Чик-чик. Ракета улетела. Как улетела? Так улетела. Уйдем с ним. Похоже, завтра дождь будет. Это почему? Низко летит. Пацаны, что происходит? А ты что такой тюркий? Ты тоже не Махачкале приехал, да? Да нет, я на ракете сижу, гайки закручиваю и что-то смотрю. Полетел. Видимо, плохо закручивал, раз улетел ракета-то. Мы еще не достигли того возраста, чтобы служить в армии. Но мы обязательно отдадим долг нашей стране. 375 рублей. Я должен. Я отдам. Служу Советской Федерации.
Мне даже когда выступали, мне даже страшно было. Я же тоже военкомат был. Все децентрифицированы.